Мажор. Майор посмотрю обязательно, но Мажор я видел, поэтому за Мажор. Прилучные роли. Не дуть и не поздно. Ну, двоих уважаю, как очень крутых спортсменов, как все-таки Федор, последний император. Не могу сказать, 50-50. Ивлеева прикольно, то есть у нее есть определенная своя какая-то такая подача, такая подсанка такая. Дает Ургант тоже. Давайте Ивлеева, потому что Ургант-то очень уважаю и люблю, тоже у него очень хороший, но он со своими елками надоел. Баста. Я не очень вообще поклонник рэпа, то есть вообще даже не то, что противник, но я вообще их не слушаю, поэтому, но Баста, мне кажется, более так интересно, там у него есть там WhatsApp, папа, мама, там папа, WhatsApp, там, вот эта песня мне нравится. Ротенберг, у него анекдоты сумасшедшие, топ крутые анекдоты, я не могу про них рассказать, там про попугая, там, ну это моща, Леонид Ротенберг, это кладезь крутых анекдотов, ну истории вообще. Венедиктов. Да просто так Венедиктов. Гречка. А просто гречка. Я люблю гречку. Хабенский. Ну, все-таки мне нравится. Не знаю, кто мне вообще. Кто не знаю, мне фильм ему нравится. Хабенского. Большинство его фильмов мне нравится, как он играет. Я считаю, что он один из самых крутых наших актеров. Ну пусть что он заебали.